подтягивание, настороженность, вот здесь уже собака это тоже видит. Если вы шли, 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 остановились, это одно, собака обратила внимание. Если вы шли и стали красться, настороженно идти в сторону, или в сторону от собаки, или в сторону к собаке, то собака тоже это видит. Ваше настороженное движение может собака расценить, или настороженный жест в отношении собаки, чтобы ее погладить, собака в этот момент замирает и ждет, что сейчас будет. Может расценить это как угрозу. Поэтому вы должны следить за своим поведением, за своим состоянием. Собака чувствует страх человека. И, как правило, собака, ну, в большинстве случаев говорят, что собака чувствует это, когда выбрасывается адреналин в кровь, но я скажу даже так, собака чувствует это намного раньше. Это проявляется в поведении человека. Внезапность в движениях, эмоциях, кричат, руки задирают вверх. Я выходил из лифта, со мной идет щенок 4 месяца, стоит девочка лет 15, с ней родители, мы выходим из лифта со щенком, и девочка поднимает руки и кричит. Щенок, естественно, посмотрел и сделал ау. Он не укусил, а гавкнул, маленький щенок. Была провокация со стороны человека, и щенок возмутился. Что произошло? Я спокойно иду. Щенок насторожился. Человека, хозяина собаки, начинает обвинять в том, почему собака не в наморднике, там, и так далее, и так далее. Это щенок, который всех любит, ко всем лезет. Но вот на такое неожиданное движение человека, неожиданные эмоции, щенок возмутился, потому что не ожидал. Также может быть пассивно-оборонительная реакция из-за нашего поведения, когда собака включилась, мы не видим, что она боится, но все равно к ней лезем, и собака может проявить агрессию. Когда вы вроде бы проявляете интерес к собакам, вам собаки нравятся, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но взрослые родители, допустим, вам говорят, что, допустим, не лезь к собакам, они кусаются, они злые, нельзя, они вонючие там, и так далее. Если вы любите собак, то опыт вы принимаете от взрослых, и так в том числе еще и самостоятельно. Когда вроде бы взрослые говорят, что собаки злые, не лезь, а вы все равно так или иначе проявляете интерес к собакам. Есть даже такое. Психологический аспект здесь имеет место быть. Например, в детстве испугала или укусила собака кого-то из ваших родителей. Родители, взрослые люди даже ведут себя порой, бывает, как дети. Собаки, вы должны понимать, что все разные, так же, как и люди. Если взять и разбирать одну породу, йоркширский терьер, маленькие, волосатые, либо овчарки, большие, красивые, из фильма «Рекс», там, допустим, да? Но они абсолютно все разные. Мальчики и девочки, они все разные. Даже одна порода, они все абсолютно разные. Так или иначе, осознанно или неосознанно формируется мнение ваше в отношении собак. Давайте перейдем ближе к сложности ситуации, когда вы сталкиваетесь, допустим, с собакой, которая проявляет агрессию либо намеренно, настороженно в отношении вас. Слушаем, ребят. Вести себя непонятно еще пока вам. Вопросы давайте в конце зададите, останется время, поотвечаю на вопросы. Если вы встретили собаку агрессивно настроенную, в первую очередь запомнили, да, не вести себя необычно. Своим поведением не провоцируйте поведение собак такое, как агрессия. Если вы встретили агрессивную собаку, настроенную, настороженно даже в отношении вас, подрыкивает либо скалится, вздыбила холку, хвостом не виляет, либо даже виляет и уже лает и показывает, что я могу укусить, если ты будешь резко двигаться или ты пойдешь ко мне, то я могу тебя укусить, предупреждает своим лаем, да? В первую очередь,
не смотрим в глаза, не бежим, да, никаких резких движений, никаких резких эмоций. Начнете кричать на собаку, собака может оценить это как угрозу и атаковать вас. Вы не знаете собаку, поэтому с этой собакой ведем себя так, что просто в первую очередь остановились и никуда дальше не идем. Далее можно выставить перед собой какой-то предмет, если у вас что-то есть с собой. Сейчас мы с вами разбираем безопасность нашу, и мы должны себя оберегать, чтобы не получить травму от собаки, а не дай бог еще и заразную болезнь такую, как, допустим, там бешенство, да? Не поворачиваться спиной ни в коем случае к собаке, которая на вас лает. Повернулись спиной, вы не контролируете ситуацию. Собака лаяла, вы не обращаете внимания, идете дальше, вы начали уходить. Собака вдогонку может прихватить нашу запятку, маленькая собака. Остановились, контролируем ситуацию. Я, допустим, приезжаю на территорию, и там две собаки, кавказская овчарка большая, елабай, и идет тестирование на охранные качества. Хозяева находятся дома и через окна наблюдают. Я пытаюсь зайти на территорию, и две эти собаки себя ведут по-разному. Одна лезет, проявляет интерес, другая в каждую щель показывает себя, что я здесь, хозяин, я могу тебя укусить. Но так или иначе, я не поворачиваюсь спиной, если я уже на территории у собаки, и я контролирую ситуацию. Я повернусь, не буду контролировать, собака может меня укусить.